Алоха, ребятки, всем привет, с вами Дава Дым, и сегодня у нас открытие бокса от компании Virginia. Я осознал некоторые свои ошибки, и теперь мы будем меньше обращать на содержимое бокса, а больше обращать внимание на сам продукт, а какие есть новые вкусы и что есть из курительного в этом прикольном боксе. Давайте посмотрим, что нам прислала компания Original Virginia. Скажу вам так, что Original Virginia в последнее время очень сильно активизировалась и просто мутит просто нихреновые вещи в плане маркетинга, которые очень здорово отыгрывают себя на популяризации данного продукта. Ребята в первую очередь очень хорошо себя зарекомендовали среди курильщиков как продукт, который стоит покурить. Так, давайте я сейчас сниму всю эту пленочку, и мы уже продолжим. Нахуй. Короче, смотрим, у нас есть вот такой вот бокс. Вот так вот он, значит, Virginia. Черный, красивый, желтый и яркий. Давайте смотреть, что у нас внутри. Вот так вот откроем. Первое, что мы видим, это... информацию, дорогой Дава, в связи с тяжелой обстановкой мы подготовили для тебя этот бокс. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. И у них есть новый вкус, кислая малина. Так что мы его обязательно попробуем. Так, идем дальше. Есть мишура, без мишуры здесь никуда. Есть вот такой вот худи, бомбер, как только его не называют. Давайте посмотрим, как маркетологи компании Original Virginia знают мои размеры. Охуительно. С размером угадали. Мы отложим сюда. Дальше нас здесь ждет пазл. Многие, наверное, уже видели, но у меня пазл примерно вот такой вот. Я его непременно соберу, как только у меня появится свободное время, а это как минимум лет 5 еще, я буду собирать этот пазл. Так, здесь есть бомбастер. Ебать, бомбастеры. Я давно не видел этих бомбастеров. Да, прикольно, надо будет сожрать. Далее есть у нас ананасовый сок. Надеюсь, он свежий и не пропал. Далее, конечно же, у нас здесь есть... Что это у нас? Это маска от коронавируса от компании Original Virginia. Маска прикольная. Прикольная. Да, прикольная. Но она скоро уже не пригодится. Ну, мое предположение. Так, есть алкоголь. Капитан Морган. Я очень люблю маленькие бутылочки. Я их коллекционирую. И Хавана Клуб. То есть у меня есть это в большом размере, а вот в маленьком у меня не было. Так, и есть у нас здесь, получается, Simple Fucky. Вкусов от компании Virginia. Вот такие вот котлетки. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть по вкусам. Разберемся. Так, 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 так. Так, первый Simple Pack мы выдрочили. Давайте смотреть. Пунш Плантатора. Линеечка Dark. Райский фрукт. Малина кислая. Мы ее отложим и раскурим. Лимончелло. Попкорн, здоровенский вкус, просто попкорн у них реально топовый. Эфиоп в России, мой самый любимый вкус у Original Virginia. Это реально прикольный вкус, и еще очень интересная трактовка этого вкуса. Вы можете написать ореху, и он вам объяснит, что такое эфиоп в России. Это очень круто звучит. Пряный ром, майтай. Кстати, это линеечка у нас алкогольных вкусов, которые были представлены на Hookah Club Show, и я подходил и курил. И почти многие алкогольные вкусы реально были интересны. Прям вот куришь, как будто, блядь, реально бухаешь. И имбирный эль у нас в этом Simple Pack'е. Да, вот так вот поставим. И давайте посмотрим, что у нас есть во втором Simple Pack'е. Они, кстати, тоже выполнены так, прям реально, как будто в розницу. Вот это так вот все отрывается и красиво стоит у вас в магазине и продает себя само. Так, а здесь какие у нас вкусы, интересно. Так, 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 так. Малина кислая. Здесь точно такие же вкусы, ребят.
точно такие же вкусы, как и в том. И поэтому у меня возникла идея. 10 вкусов, то есть вот эту котлетку я не трону, повторюсь, а разыграю среди моих подписчиков на моем канале YouTube. Мы разыграем этот бокс. Ладно, давайте не будем отвлекаться. Про алкогольные вкусы расскажу сейчас тоже немного вкратце. Что вообще, давайте расскажу вам, кто не в курсе, что такое продукт Original Virginia. Это продукт, который подвергся полнейшему ребрендингу изнутри. И с помощью кое-каких специалистов, которые очень известны, грубо говоря, в нашей кальянной тусовке, Original Virginia зажила второй жизнью. То есть из говнопродукта, к которому я не хотел вообще прикасаться, это стало продуктом, который стал очень интересен, и многие его курят. И начиная от внутренности, заканчивая выставки и ихним маркетингом, ребята подросли очень сильно. Что можно сказать даже об этом боксе, да, как все это круто сделано. Здесь есть еще какая-то бумажка. Ну вот, коктейль Майтай, да, бля, ребятки, вот если бы я не увидел, я бы не понял, то есть из-за вот этого всего я могу сделать коктейль Майтай и просто забить себе чашечку с коктейлем Майтай и просто кайфануть. Давайте посмотрим, что у нас касается вкуса кислая малина, потому что это их новиночка, и я думаю, она может быть интересна. Кислая малина была у многих производителей, и самая кислая была у табака Prime. Но так как Prime на данный момент почти недоступен для покупки, то с Original Virginia такого уж точно не будет. То есть вы спокойно можете найти этот вкус. Бля, я как варвар, просто ебаный варвар. Давайте понюхаем. Это у нас линеечка... Я какой-то кусок оторвал. Не могу понять. Ну, хуй с этой линеечкой. Короче, давайте понюхаем ее. Как она кислит и какой вообще у нее аромат. Кислит, но малинка отдает средним, больше именно кислотой, прям реально на носу чувствуется кислота. Короче, давайте не будем ебать мозги, а я пойду сейчас просто и забью эту чашечку с малиной кислой, мы ее раскурим, и я уже скажу, насколько крутой этот вкус, либо насколько это провальная хуйня от Original Virginia, что не стоит траты ваших денег. Я вернулся. И это у нас малина кислая. Я ее забил, хорошенечко прогрел. Сейчас немного еще попрокуриваю вместе с вами пару тяжек, чтобы уже точно определиться, что говорить про этот вкус от компании Original Virginia. Ну, здесь есть как и плюсы, так и минусы в данном вкусе. Плюсы. Давайте разберем и поговорим о плюсах. Смотрите, она реально кислая. Есть вкус малинки. Здесь есть как плюсы, так и минусы. И давайте сейчас поговорим о плюсах. Курица — это прикольно, дымно, неприторно, приятно. По дымности тоже все окей. Новый вкус — круто. Теперь давайте поговорим о минусах и немного о плюсах, потому что так легче как бы сформулировать свою мысль. Что касается данного вкуса, это то, что это реально кисло, но так как это малина кислая, то здесь как бы идет основной какой-то момент, именно приоритет на саму малину, нежели чем на кислое. Надо было назвать просто кислая малина, тогда было бы понятно, что это в первую очередь вкус кисло, а потом уже только малина. А здесь малина кислая. Но в самом курении ты, в принципе, не чувствуешь малину из-за кислоты. Она реально кисленькая. Но я до забивки этого вкуса упомянул табак Prime со вкусом желтая малина. Вот там кислота была просто горло раздирающая. Вот прям реально рвало тебя от этой кислоты. Здесь же кислота приятная. Но яркости малины, по моему мнению, недостаточно. Было бы прикольно, если бы это был бы реально вкус малины, но вот кисленькая. Именно каких-то особенных свойств этого вкуса я почитал на форуме и понял, что чтобы добиться вот этой рвотной кислоты, чашку нужно перегреть. Но перегрев — это не ко мне, я же более за какое-то стабильное, комфортное курение. И вот в данном моменте вот такой вот прогрев мне вполне идеален. Мне не нужна супер кислота. Мне нужен, наверное, скорее всего, больше вкус малины. Но любителям чего-то кислого и сладкого понравится. Мне, ну,
50 на 50. В каком-то моменте мне нравится, в каком-то моменте мне не нравится. Вот я вот курю, вот сейчас, допустим, да, я делал пару тяг, а я там хотел прям малины-малины. А сейчас я хочу сделать пару тяг, хочу, чтобы было кисло-кисло. Да, я фанатик, да, я представляю супер невозможное, но я, сука, так хочу. А теперь в заключение, что касается бокса, и все, что было внутри, это супер. Компании Just Original отдельное за бокс спасибо. Также за 2 пака по 10 вкусов тоже круто. Там есть алкогольные вкусы, которые я хотел уже дома прокурить. И вам советую тоже попробовать некоторые вкусы, типа майтая и прочих. Они очень интересные, потому что они с алкогольными вкусами реально немного прям вот заморочились. Что касается кислой малины, то да, как бы, ну, круто, да, круто. И я также напомню, что у меня есть конкурс, и давайте все заново я еще продиктую. Что нужно сделать? Под этим видео нужно написать любой комментарий, где указать ваш никнейм в Инстаграме, чтобы я мог с вами связаться, подписаться на мой канал, включить уведомления и открыть свой YouTube канал, раздел подписок, чтобы когда я выбирал победителя, я видел, подписаны вы на меня или нет. Так что давайте, ребятки, я вас верю, обязательно покурите кислую малину, если вы ее уже курили, то напишите что-то в комментариях и, конечно же, поставьте свой никнейм, и вы уже автоматом участник моего розыгрыша. Это Original Virginia и, конечно же, кислая малинка. И я с вами, ваш любимый Дава Дым. Пока-пока.